Добрый день, дорогие друзья! Я наконец-то сегодня решил снять видео о том, о тех трех снастях, которые работали в прошлом сезоне. Которые реально работали в прошлом сезоне. Одна из них – это убийца карася. Ну, не та убийца карася, которую мы привыкли видеть, а вот в таком вот виде. Подлещик клюет на убийцу карася. Убийцу карася я сделал вот так. Две пружинки. Но внизу кормушка. Кормушку горох с прикормкой. Пусть себе кормится. А на крючок сначала грану медовую. Почему-то сегодня медовую хочет. Надо попробовать и другие. А дальше сало. Гранула. Червяка сильно сжирает рак. Червяка, опарыша. А вот сало его не сильно хочет. А нам это на руку. Потому что подлещик сало хочет. Вот она. Вот такая вот убийца карася. Вместо грузила кормушка. И потом идут две пружинки. Так, пружинки я делаю из проволоки 0,6, 0,8, единички. Вот эта вот проволочка 0,6. Ну, с нее легко делать, но она не очень хороша в эксплуатации, так как она все-таки тонкая и гнется сильно. Обычно беру 0,8. Ну, для того, чтобы показать, как я ее делаю, мне легче, конечно, взять 0,6. Я когда-то показывал в своих видео, как я накручиваю такие пружинки. И вот у меня такая вот есть приспособа. Я тогда говорил, что можно сделать из подручных материалов. И вот что я предлагаю, можно сделать. Взять обыкновенную трубку. А диаметр трубки зависит от диаметра нашей пружинки. Ну вот, я взял такую вот, у меня была алюминиевая трубка, сделал здесь два прореза, и вот смотрите, вставляешь сюда вот нашу проволочку. И начинаем ее потихонечку накручивать. Здесь вот это место опасное. Это место может повредить руки. Проволока пружинистая, поэтому надо аккуратненько с ней. Вот такая получается пружинка, а из нее
Потом можно будет делать пружинки на саму снасть. Но это я к тому, что можно делать не только из таких вот универсальных приспособок, а можно прямо приспособить все это из подручных материалов. Теперь из пружинки накрутил вот такие вот две пружинки с отводами. И далее эти пружинки с отводами креплю на леску непосредственно. Сама уже получается снасть удица карася. Чем она хороша? Мне она понравилась тем, что здесь вместо груза идет кормушка. Кормушка, падая на дно, она все-таки дает какое-то облако, дает, привлекает рыбу. И вот тут же у нас идет пружинка. И тут крючок. Крючочек небольшой ставлю. Вот такой вот белый акула. 9 номер. Это крючки из корейской серии Лидер. Просто по-другому назвали белую акулу, а это тоже самый Лидер. Лидер — хороший крючок. В конце концов мы в прошлом сезоне определили, что лучше Лидера пока ничего нет. Ну, Овнер, конечно, если не подделка. Конструкция. Кстати, вот эта вот плетеночка интересная. Там внутри металлический стержень. И поэтому она вот не закручивается. Там у нас, как вот ее поставил, так она и стоит. Она не будет перекручиваться вокруг нашей пружинки и не будет потом геморроя распутывать ее. Вот такая вот, снасть убийца карася. Это первая снасть, про которую я хотел вам рассказать. Далее будут еще две снасти, на которые мы реально ловили рыбу в этом сезоне. Все, будьте здоровы, ни хвоста, ни чешуи. Съел.